Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анна, и я рада приветствовать вас на своем канале. Хочу провести небольшой обзор по тому, что растет у меня на стеллажах, а конкретно на полке, на средней полке. На верхней полке у меня ясельная группа, там у меня прорастают семена, там полка самая теплая, свет направлен ниже, то есть светильник спущен ниже, чем здесь на средней полке. Там, то есть, у меня ясельки. Здесь уже подготовительная, так сказать, группа. Итак, поехали. Ипомея батат. Ипомеи у меня несколько сортов, по-моему, 3 или 4 сорта. 4, наверное. Да, 4, по-моему, сорта. И я еще заказала, очень хотела себе ипомеи с вариагатной окраской листа. Я заказала в агрофирме Виола. Виола должна была отправить мне заказ на той неделе, либо на этой середине недели. Но сегодня вторник, мне так никто еще до сих пор не отзвонился. Хотя, кстати, даже в комментариях я указывала, что мне нужно, чтобы отправили заказ до 20 октября, потому что у нас уже минусовые температуры. Вот. Но, походу, мой комментарий проигнорировали. Потому что сегодня 25 октября и до сих пор ничего нет. Вот. И еще к чему, если мало ли кто-то решит делать заказ в агрофирме Виола, вам нужно быть готовым к тому, что даже если вы оплатите заказ 100%, если вы оформите все там и почтовые услуги, и все-все-все вы оплатите заранее, это не дает вам гарантии того, что что-то будет, все прям будет из вашего заказа в наличии, поэтому имейте это в виду. Я, например, писала на замену что-то, что если каких-то там позиций не будет, их можно, в принципе, заменить. Там у меня в основном вот были колиусы. На колиусы смотрю, про колиусы говорю. Были в основном бальзамины новогвинейские. Меня подкупила там цена. По-моему, одна фуксия там была. Ну, то есть, как бы заказ, в принципе, небольшой. Меня подкупила цена, там 85 рублей, по-моему, за черенок бальзамина. Да, они придут небольшие, но тем не менее из небольшого можно вырастить. Я не люблю огромные черенки, да и смысл переплачивать. Просто я нигде не нашла, например, этот же бальзамин новогвинейский за 85 рублей. Это цены на них великоваты. Так, ладно, отступила. Дальше. Лобелия, такая малюточка цветет. Так, аргирантермум, остик. Вербена, еще вербена и еще один остик. Тут они у меня все по одному череночку разных сортов. Так, колиусы, красавчики мои. Цвет, конечно, все равно они поменяли, они на улице были ярче. То есть, возможно, света им не так много хватает, но, тем не менее, для нормальной жизнедеятельности нормально, я считаю. Дальше, хризантема. Хризантема, эти у меня тут в этом ящике веточные, поэтому я не буду останавливаться на этом снова, да, вот и помимо уже других сортов, вот два других сорта. Остики, так, вербены, ну и вот тут тоже и помимо. И помимо у меня в 100-граммовом стаканчике, укореняла я ее еще, когда еще в августе месяце. Скоро уже снова нужно будет ее черенковать, потому что, смотрю, некоторые сорта уже поднялись, другие, а стаканы, скорее всего, пересаживать не буду. Так, тут у меня тоже колиусы. А здесь вот, кстати, из хризантем, вот они у меня, одна малютка собирается зацветать, крошечка моя. Вот, здесь мультифлоры. Вот это цветет, красоточка. Вот, мультифлоры, здесь опять-таки колиусы. Тут у меня вот два новогвинейца есть. Фуксии, малютки, череночки. Вот еще буквально только вчера их рассадила. Или вчера, или позавчера. То есть где-то в это время я их рассадила. Укоренялись они у меня стояли. Укоренились из 5 сортов. 2 сорта в грунте не укоренились совсем. То есть нужно тут подбирать именно по сорту. Некоторые сорта укореняются исключительно в воде. Некоторые сорта исключительно там в грунте. То есть методом проб и ошибок вы в любом случае придете к тому, как вам удобнее укоренять, как вам лучше укоренять. То есть смотрите за всем вот этим. Дальше. Бегония. Вот маточное растение бегонии есть. Из бегонии, из 4 маточных растений выжила только она одна. Так, дальше карделина укореняется. Здесь пеларгошечки две, остальные на подоконниках. И вот тоже карделина, я с нее брала черенок. Очень она мне понравилась, то есть за окраску листа. В общем, попала в самое сердечко. Я увидела, это налет от... У нас очень жесткая вода и вот такой налет на грунте. Так,
Я увидела эту карделину в больнице. Она мне очень понравилась. Нашла на Яндекс, по Яндекс фото, как она называется, и вот купила себе черенок. Не стала подворовывать в больнице черенок. Считаю, что это ненормально, потому что люди стараются, люди поливают, люди выращивают, а тут я такая пришла, молодец, и слямзила этот черенок. Как бы некрасиво это. Вот. А еще хочу показать, смотрите, пеларгония зацветает у меня. Она стоит на окне, она у меня зацветает. Вот такая вот красоточка. Вот еще набрала такой прям мощный. Это сорт, так, Виктория Андреа. Листики желтеют не из-за того, что она болеет или еще чего-то. Это просто кто-то не вовремя их полил. Угадайте, кто. Так, вот здесь тоже выпустила уже. Бутончик набрала. Вот эту пеларгонию я привезла от родителей. Мы ездили в сентябре к ним, пошли на огород. Вот. Я увидела, у мамы вот растет такая красивая пеларгония. У мамы... Ты не хочешь поделиться с дочерью пеларгонией? Мама говорит, да иди отрывай там эти черенки надо. Так вот, я оторвала 3 и укоренилась вот 2. Вот это поменьше такая, а это побольше чуть-чуть. Укоренилась 2. Дальше, что касаемо подсветки у меня здесь. Здесь у меня лампа на 40 ватт, на 6500 кельвинов света. Вот, в принципе, света мне хватает, у меня нет специальных каких-то фитоламп, я не считаю нужным тратить энное количество денег на эти фитолампы, потому что, в принципе, вот я не вижу по своим растениям, что они у меня как-то вытягиваются или они как-то себя плохо чувствуют. То же самое по всходам, вот всходы бегонии, им скоро месяц, я бы не сказала, что они у меня вытягиваются, поэтому, в принципе, мне этого света хватает. Так, ну и, наверное, все. Всем огромное спасибо за просмотр. Если у кого-то будут какие-то вопросы, что касаемо укоренения или там как сохраняются растения, задавайте, я обязательно вам все-все-все расскажу. А еще что хотела сказать. Я же хотела полностью уходить от петунии. И, соответственно, еще в августе месяце я вот начеренковала себе растения, именно себе. Я не планировала куда-то их реализовать. Вот. Но уж собралась, если заниматься продажей рассады, то петуния в любом случае нужна, потому что здесь еще очень многие не знают, что такое остеоспермум, не знают, что такое аргиентермум и все остальное. Поэтому, и имею в виду вегетативные сорта, пришлось заказать семена, в общем-то, петунии. Но заказывала семена профессиональные, нашла интернет-магазин один, в котором можно выбирать не только, чтобы у тебя семена были в дрожжированном виде, но и просто вот без оболочки, то есть они такие мелкие-мелкие, такая пыльца, можно сказать, тебе придет. Они выходят намного дешевле, в разы дешевле, но на всхожесть, в принципе, и на все остальное это никак не влияет. А еще, кстати, благодаря прекрасному интернету я нашла семена гипсофилы, которая, знаете, такая в букетике, добавляется такая пушистенькая, нежная облачко, такая она, по-моему, метельчатая называется, то есть многолетнее растение. Нашла семена ее и нашла семена эустому. Эустому не хотела заказывать, но как уж нашла семена и как не заказать, то есть женщина занимается сбором семян со своих растений, и понятное дело, что у нее не будет семян дрожжированных, будут просто обычные семена. Такой пыльцой тоже, потому что у эустомы тоже меленькие лист, эти семечки такие. Вот. И там то ли 100 с лишним штук, то ли 200 штук, что-то такое в этом пакетике. И он не обошелся там 50 или 100 рублей. Что-то, вообще, то есть, что-то копейки там сущие за семена. Почему копейки? Казалось бы, да, 100 рублей это не копейки. А дело-то все в том, что покупая семена в магазинах, либо еще, да даже в профмагазинах, если даже вы покупаете семена, допустим, фасованные по 5, по 6 штук, то вам 5 штук обойдется в среднем самого простого сорта где-то 50-60 рублей. То есть, если сорт будет какой-то более такой, то, соответственно, все это дело будет еще выше по цене. Вот. Ну что ж, дорогие. Буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Еще вот вам самого главного помощника. Он мне, значит, помогает и виноград давить на брагу, на винную. И цветы со мной укоренят, мешают мне. Вот, Барсик. Самый главный помощник. Степа собака, ну, песик наш. Он уже старенький, он все в основном спит.
А этот вот дружочек все со мной, еще малыш совсем, даже 4, да, 4 месяцев еще даже нету, а уже такой большой. Вот что и требовалось доказать. Степа все спит. Все время.